Знаменитому актеру и режиссеру в последнее время пришлось непросто. Козловский угодил в неприятный скандал с участием главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Похоже, борьбу за свое честное имя Данила Валерьевич решил прекратить. По сообщению некоего источника, накануне Козловский покинул Россию. Артист якобы вылетел в Турцию, и это не конечная точка его маршрута. Сколько он пробудет за границей и вернется ли вообще на родину, неизвестно. Напомним, что чиновник попросил прокуратуру проверить популярного актера на предмет дискредитации ВС России. Бородина смутила критика Козловского относительно СВО. К тому же, чуть больше года назад артист уехал в США, а недавно решил вернуться в Россию, чтобы, по мнению общественника, подзаработать на своих спектаклях. В Россию Козловский действительно прилетел, но на сцену так и не вышел. Неожиданно оказалось, что Малый драматический театр в Санкт-Петербурге перенес спектакли с его участием, а в МХТ имени Чехова в Москве Козловского заменили на Тимура Родригеза. Эти обстоятельства актера возмутили до глубины души, и он ввязался в борьбу. Данила Валерьевич напомнил всем поклонникам и общественникам, что за океаном у него подрастает дочь, в жизни которой он, как порядочный отец, хочет принимать участие, потому и летает в Штаты. При этом никуда уезжать Козловский еще недавно не собирался. «Здесь, в России, мои учителя, мой театр и, самое главное, мой зритель, которому я благодарен за поддержку и любовь. Мне важно пытаться делать что-то хорошее, светлое и доброе. Как бы это сейчас наивно ни звучало. Я не собираюсь сдаваться, и, пока это возможно, продолжу и дальше работать в своей стране. Самое главное в сложные времена – оставаться людьми. Так давайте ими и будем. Скатиться в окончательное безумие всегда успеем», – призывал артист. Также он попытался подать иск о защите чести и достоинства к Бородину, но суд документы не принял. В сети судачат, что оскорбленный и загнанный в угол Козловский решил больше не доказывать свою точку зрения и, лишившись возможности заработать, все же покинул родину.